Ну что, заждались кучерявого Себастьяна? У нас сегодня продолжение фестиваля Forza Horizon 5. И у нас сегодня день Аполло, а именно Intense Emozione. Ну вы посмотрите на эту красавицу, это просто пушка, бомба, ракета. Ну что, погнали, проверим ее в деле. Ой-ой-ой, какая красотка, просто выхлоп этот. Как она винтит. Ну что, проскочим спринт, и у нас Баланкас. Погнали. Начинается заезд у нас Баланкас. Intense Emozione в деле. Все, погнали. Какие противники, это просто бешеные псы, а не тачки. Скорость сразу же достигает 300 км в час. Впереди вижу суматоху. Не хочу бодаться с ними, это только потеря скорости. Технично, аккуратно пытаюсь пройти сквозь всю эту шелуху. Впереди вырисовывается тройка лидеров. Упираюсь в соперника. Intense, держись. Ой, какая красавица, какая умничка. Как ты красиво держишься. Тройка лидеров просто умопомрачительная. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это я их зарезал, ребят. Вот это я их зарезал и вырвал первую позицию пока что. Трасса впереди, 38% прохождения еще впереди. Очень длинный участок трассы. И тут есть один вариант. Не залажать. Ухожу от соперников, чтобы они меня не бодали. Вот это скорость. Просто, ребята, это просто бешеная скорость. Intense просто умничка. Как она стружит. Вы на это посмотрите. Зря сбросил газ. Здесь надо под газом было проходить. Здесь тоже под газом, но держись трассы. Песочек играет злую шутку. Крутейший разворот. Крутейший. Противники так и мчат, так и хотят наказать меня. Ой-ой-ой, что ж я творю. Ты посмотри, умничка, держись, я тут, я держу. Так, вхождение легким блоком. Но Intense это не продрифт. Я вижу финиш, ребята! Да, мы это сделали, Intense, ты красавица. Шикарный был заезд, дождливая погода. Intense это просто выше всяческих похвал. Итак, мы на этой красотке продолжаем наш соревновательный процесс Intense Emozione. Это просто божественная тачка. Божественная. Кольцевая гонка Байя де Плано. Начинается заезда Эбриплана, Intense гели, все, погнали, сзади Бугатти, Икс, Intense справа, ухожу на внешнюю траекторию, так, аккуратненько, занимаю пятую позицию, впереди на четвертой позиции вижу своего собрата, а борьба с собратом это борьба с самим собой, и это самое сложное. Ой-ой-ой, вот какие нервы, что приносят нервы, вот что значит борьба с самим собой, это борьба со своими нервами. Ой-ой-ой, так вот, третья позиция, первый круг пройден, противники сзади меня не отпускают, они так и ждут моей ошибки, так и хотят меня укусить. Не пускаю. Так, и продолжаю попытки борьбы за вторую позицию. Чихнул отбойник. Вот Intense, молодец.
Вот они, я у вас на хвосте, я буду вас грызть, кусать. Берегитесь. Вот так я его кусаю. Но мои укусы для него ничто. Я уже близок. Берегитесь, так, он меня не пускает. Вторая позиция за мной. Первая позиция за мной. А, читаю отбойник. Удержать бы лидерство. Нервы, нервы, нервы. Только нервы могут все испортить. Так, аккуратно прошел. Смотрите, как красиво, четко, интенсивно. Ты умничка. Ты красавица. Да. Ух. Это было просто очень горячо. Какая красота. Это просто интенсивно. Она божественна. Вы посмотрите на нее. Ой-ой-ой-ой. Какая красотка. Какая красотка. Просто пушечка. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая ляля, а? Какая ляля. Ой-ой-ой-ой. Все, погнали. Дисконсар Дорадо. Начинается заезд. Дисконсар Дорадо. Интенса в деле. Серьезнейшие противники. Впереди вижу ламбу. Обхожу ее. Аккуратно, аккуратно. Опять этот мужик на скоростной табуретке. Тут борьба скоростей. Борьба скоростей. Пока они друг друга держат, я обхожу их по внешне. И вот так вот. Вот, собрата обхожу. И тут Бугатти, и тут Бугатти. И резкий поворот. Ой-ой-ой-ой-ой. Бугатти упирается в меня. Я просто чудом каким-то занял первую позицию. Теперь попытаться. Бугатти меня просто кусает, как акула со всех сторон. Интенса. Сейчас настало твое время. Держимся, держимся за трассу и пытаемся оторваться от Бугатти. Слишком высокая скорость, ошибки. Ручничок зашел. Газу, газу, газу. Вот так, аккуратно. Да, я делаю это! Интенса, ты умничка. Итак, предлагаю вам проверить Интенсу на автобане. Посмотрим, дадим ей, как говорится, клеща. Опа! Погнали. 330 в каждом. 350. Просто видит, что белка просто. Потряс. Просто потряс. Триста шестьдесят, все, отсечка. Коробка дальше не пускает. Надо менять коробку. Просто в отсечке и будем все. Моща есть, коробка дальше не пускает, ребят. Просто мчится она как пуля. Пролетая автобан.
буквально за какие-то 2 песни. Пуляет, ребят, просто пуляет. Она не едет, это пуля. Итак, у нас спринт Гранд Фонтана. Начинается очень серьезный и очень горячий спринт Гранд Фонтана. Серьезнейшие соперники. Очень быстрые. Я иду по внутреннему, обхожу. Так, выхожу на 6-ю позицию. Двигается вдоль противника. Впереди просто пятерка быстрейших автомобилей. Бугатти теряет позицию и уходит на 5-ю. Соперник сзади меня просто... Ай, ё-моё. Бугатти, да что с тобой? Ты должна быть впереди. Все, мне некогда с тобой разговаривать, я лечу дальше. Просто сумасшедшая раскрутка мотора. Так, занимаю 4-ю позицию, 3-ю меня не пускает. Теряю 4-ю позицию. Просто страсти кипят, ребята. Ты просто невероятно. Так, верну свою 4-ю позицию. Ай-яй-яй-яй, не удерживаюсь на трассе. Впереди вижу тройку лидеров. И теперь в эту тройку лидеров, хотел сказать, вхожу я, а теперь вхожу и я. Он меня бодает, кусает. Вот это виражи, вот это скорость. Впереди удивительно была лампа. Впереди была лампа. Но ее уделали. Ее уделали. Вот так, вот так, вот эта борьба. Ах ты, твою дивизию. Просто сумасшедшая борьба. Скорость просто... Они шпилят, что умалишенные. Вот так, ламба впереди, я ее уделываю. Я просто чудом делаю первую позицию. Да, я первый. Да, это финиш. Интенса, какая же ты умничка! Перед нами спринт Ривьера. Начинается очень быстрый и очень горячий заезд. Что творит Бугатти? С 9-й позиции просто в 7-ю уходит прочь. Начинаю преследование. Соперники просто сумасшедшие. По внешке обхожу. Смотрите, аккурат, аккурат. Я не знаю, такого давно не было. Это просто что-то с ума сойти. Это просто. Я занял 1-ю позицию, ребята. На первых же секундах этой трассы. Да это что-то невероятное. Что у них там случилось, я не знаю. Я просто вырываюсь вперед и не даю им себя обойти. Интенса, винти, не дай им нас догнать. В отсечку просто влеплю. Вот тут аккуратно, тут горячий, горячий поворот. Блин, аккуратно, я спросил. Противники начинают настигать. Начинаем отрыв. Просто интенса в винте. 300, как дети в школу. Все, я в отсечке, больше не могу. Надо быть аккуратным. Резкий разворот. Противники просто на хвосте.
Ой-ой-ой-ой-ой, я могу потерять свою позицию. Ау! Давай, 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 интенсочка, поднажми. Все, 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 давай, и патрын шпилим. Просто уходим в точку от них. Ой-ой-ой-ой, что творится? Держись, 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 держись. Соперники просто не дают мне никаких шансов. Все, борьба моторов. Да! Съели! Я это сделал! Интенса, ты умничка! Ребята, сегодня был горячейший день соревнований. Интенса показала себя во всей красе. Посмотрите, какая же она красивая! Какая же она умничка сегодня! Просто она подарила столько массу эмоций. С вами был Кучерявый Себастьян. Всем пока-пока!